Конечно, это очень важно, равномерное развитие наших регионов, работа каждого предприятия. Конечно, без экономики не будет ничего абсолютно. Поэтому даже вот в такой ситуации сейчас идут разные разговоры. Закрыть там предприятия в связи с коронавирусом и не работать. Но мы ведь прекрасно понимаем, эпидемия пройдет, инфекция пройдет, а с чем останется страна? Поэтому, конечно, у нас нет такой ситуации сегодня, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому, конечно, в приоритете экономика, работа предприятий, выполнение тех задач, которые стоят перед нами. Мы сегодня в Совете Республики рассматриваем все предложения, которые поступили нам от правительства для того, чтобы принятая программа на пятилетку и на следующий год, конечно, дали свои результаты. Ну и, собственно говоря, текущую ситуацию мы отслеживаем, потому что, бывая в регионах, выезжая на предприятия, встречаясь с людьми, мы видим, где, как складывается ситуация.